4 месяца, например, я здесь уже живу. А Айзала? Вообще первый раз из Алани как ты приехал? В Мерсин? Да. Ну, вот в этом июле. Ну, полгода. А в Алани жили, да? Ну, да, жили. Сколько там, Настя? 2 года, ну вот. 2 года да. Ну, там жили? Да. И потом, ну, скажу, что 2 года. Почему? Очень интересно. Почему не остались в Алани? Почему сюда в Мерсин приехали? Что? Уже идет съемка. Съемка? Не важно. Да. Идет или нет. Ребята, я давайте. Я сам не знаю, идет или нет. Никита, вы хоть не скажите, когда? Еще не началось? Началось или началось? Я не знаю, да. Я кадр настраиваю. О, смотри. Да. А интересно, почему Алани не остались в Алани? В Алании. Ну, очень люблю Аланию. Очень красивое, все ухоженное, море замечательно. Но там все-таки очень много народа, плотная застройка. Как бы вот в плане жизни, конечно, это курортный город, он идет дороже и больше народа. Здесь, в Мерсине, это простор. Это очень просторные проспекты, улицы, дома находятся на расстоянии большом друг от друга. То есть ты выходишь на балкон, и вокруг тебя открывается вид на море, на горы. Все очень красиво. Мерсин. Это простор. Я бы так назвала этот город. Большой, белый, красивый. А чем отличается Алания, Мерсин? Чем отличается? Ну, в плане отличается... Здесь меньше, конечно, русских людей, здесь больше живет турки, туркоязычное население, да. Чем раньше, то есть русских много. Да, да, да. Вот. Здесь еще? Меньше суеты, я бы сказала. Алания там более, много, больше народа, здесь меньше суеты, чувствуешь себя более расслабленно, более... комфортно. Просто Алания народ много, 300 тысяч населения, они просто в одном, да, месте. Да, 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 все правильно, да. Все в одном кухне, поэтому нам кажется, что там народ много. Просто Мерсине расстояние и территория большая, да, просто поэтому да. Незаметно, правда? Да. Очень интересно. Вы в Алании жили, здесь тоже уже почти год живете. Да. Экономика отличается? Алания какая цена, здесь какая цена? Конечно же, это есть сразу разница видна, потому что Алания это курортный город, здесь все-таки немножечко по-другому экономика, здесь цены подешевле на все, и на рынке, и промышленные товары, то есть, конечно же, цены на порядок ниже. Ну, это не может не радовать. Ну да. Просто много людей из этого сюда приезжают, да. Что жить здесь дешевле, недвижимость дешевле. Вы здесь купили, живете, вид на жительство получили? Да, получила вид на жительство, вот, на 2 года. Угу. Очень радуюсь этому факту. То есть, вот знаете, чем больше я живу в Мерсине, тем он больше мне открывается с разных сторон. И то есть, вот я уже сейчас с полной уверенностью хочу сказать, что я хочу жить в Турции дальше, то есть это навсегда. Вот, у меня здесь такое ощущение сложилось. Просто нет, здесь возможностей много, здесь большой город, не скучно. Да, правда? Да, конечно. Не скучно. Особенно центр, такой красивый, да? Да. Вот опять же, в отличие от Алании, зима, здесь не скучно, здесь можно поехать в центр, там марина, шикарное место погулять, посидеть в кафешке, то есть все это всегда многолюдно и интересно. Вы сами оттуда, между прочим, я это знаю. Я приехала из Санкт-Петербурга, вот, меня зовут Елена, из Санкт-Петербурга. То есть я очень давно полюбила Турцию, но сначала это были туристические туры, путевки, сначала Кемер, Алания, ну а потом вот уже как бы попробовала жить просто жизнью, не туриста, а простого человека, очень понравилось, то есть как бы все нравится, даже из минусов не могу сказать, потому что я вот сейчас пока их не нахожу. Очень мягкая зима, климат по сравнению с нашим Питером, то есть если у нас там постоянно дожди, ветра и снега, то здесь утром встаешь, выходишь на улицу. Вот 1 января я купалась в этом году в море, в Средиземном, очень теплое море, поэтому, когда просыпаешься утром, солнце светит и небо голубое, это очень радостное настроение. И... Может, идет так красиво, мягкий такой, да. Но все равно тепло, правда? Все равно тепло, да. То есть дождь здесь, в отличие, опять же, от Алании, не могу сказать, что в Мерсине дожди, ну,
день, на следующий день просто солнце. Вот, а не то, что они там идут несколько дней, тоже как и в отличие от Питера. Потому что здесь быстро меняется погода, дождливый денек сменяется солнечным. И вы в Алане как-то жили, наверное, там купались? Ну да, да. А здесь тоже купаетесь? Да, здесь, да-да-да. Вот даже 1 января. А чем пляж отличается, Алани и Мерси? Ну, здесь в Алани тоже хорошие пляжи. Махпутлар немножечко там плиты и камни, но здесь очень хорошие пляжи. Мне понравились, как в Искалесе и в Тамюке очень хороший пляж. Но здесь у нас, в Тадже, где я живу, тоже... приятный очень пляж, немножечко галька, но когда заходишь в море, там песок, поэтому купаться очень комфортно. Ну а можно проехать куда угодно, куда вы захотите, песчаный пляж или галечный, вы садитесь, едете по побережью, то есть пляжей предостаточно. Я бы даже сказала больше, чем в Алании, потому что, ну как бы, город большой, местность большая, простор. А чем занимаются здесь русскоязычные люди? Я вижу, что они больше и больше каждый месяц я встречаю здесь большее количество людей, это русскоязычные. Чем они занимаются здесь, интересно? Ну, знаете, многие просто отдыхают, то есть приезжают даже на зиму просто отдыхать, у кого есть такая возможность. Кто-то, если хочет найти занятие или увлечение, не проблема, потому что город большой, много возможностей. Кто-то работает по интернету, кто-то там в недвижимости, в салонах там красоты. Салон есть... красоты русский есть? Да, вот я, например, но я хожу в турецкий салон красоты пока еще, вот. А вообще для русских есть? Русские открывают салон красоты, есть? Да, это в Мерсине. Есть. Да. А маникюр, педикюр? Да, есть? Конечно, все а есть. Русский ресторан есть? Да, русский ресторан есть, с русскими вечеринками, с русской кухней, то есть это все рядышком, вот доступно у нас в Тадже. Вот недавно отмечали Новый год, Рождество. Вы есть... сами живете в Тадже, районе? Да, я живу в Тадже. Угу. Очень хорошо. Почему именно Тадже выбрали? Ну, это новый район, он застраивается только что, красивый. Как-то не очень... Город Мерсин красивый, но здесь поспокойнее, потише. Мне нравится спокойствие в моем случае. Как бы. Спокойно и все возможности. Да, конечно, все рядом. Все в пешей доступности. То есть все магазинчики, все кафешки. Все здесь рядышком. Если что-то нужно там более развлечься, поехать в Мерсин. Маршрутка буквально 30 минут, 30-40, наверное, до центра Мерсина. Понятно. Вы, короче, все бросили, вы в Питере, Санкт-Петербург тоже красивый город. Да, конечно. Там тоже красивый город. Там все бросили и решили приехать, свою жизнь менять. Да, да. Ну, разочаровались что-то. Между прочим, как с турками отношения? Ну, мне очень нравится. Мне очень нравится народ. Всегда доброжелательный, улыбчивый, всегда подскажут. Даже если по первому времени я не знала каких-то турецких там слов, всегда подскажут, всегда скажут, что где находится в магазине. То есть никаких проблем нет при покупке. Угу. Вот. Не ругайтесь? Нет. Где-то, да, нет. Не... Нет, мне кажется, они очень народ любопытный, всегда хотят спросить, как у вас дела, что как, чем вы занимаетесь, с кем вы дружите. То есть вот они такой разговорчивый народ, мне очень нравится. То есть менталитет, я бы сказала, что очень приближен к нашей России. Вот такая дружеская атмосфера. Ну, во всяком случае, у меня вот так сложилось. Поэтому вот пока Питер бросила, живу в Турции и думаю, что буду здесь жить. Теперь вы постоянно здесь, да, правильно? Да. Это очень хорошо, очень хорошо. А вы какой аэропорт используете? Адана? Да, использую аэропорт Адана, но вот в ближайшее время, буквально обещают в следующем году, будет открытие нового аэропорта. Правда, да, кажется. Да, ну вот мне все уверяют, что да, правда, в Мерсине 40 километров, я очень на это надеюсь. Сейчас там работа идет, да, идет работа, но они правда откроются через год, да, через не год, в конце 23-го, вот, мне очень хочется в это верить, и я думаю, что это будет, потому что я настроена на прямые рейсы с Питером, вот, как бы все равно летать буду, потому что у меня там мама еще осталась, вот. Сын, поэтому очень ждем этого аэропорта. Я думаю, что все будет хорошо, и тогда вообще просто жизнь здесь будет
намного лучше. Вот, такие дела. А турецкие кухни как? Привыкли уже или сами готовить дома? Турецкая кухня очень вкусная. Шашлычки, баранина отличная, отменная просто. Вот, вкусная. Ну, чередую турецкую кухню. Сначала очень много кушала турецких блюд. Сейчас уже как-то разбавляю своими русскими, домашними. Готовлю пельмешки домашние. Так что... Короче, вам не скучно? Не скучаю, да, здесь не скучаю. Здесь просто, когда скучно, идешь на море, смотришь, какое оно красивое каждый день. Тут просто это такая... Антидепрессант. Море антидепрессант. Оно рядом, буквально 500 метров от дома, от моего, поэтому... Так, если есть наши зрители какой-то вопрос, вы здесь постоянно живете, даже к вам тоже можно обращаться? Да, конечно. Конечно. Всегда расскажу, подскажу. Пожалуйста. То есть вот мне очень нравится здесь жить. Я всегда всем рекомендую, у кого есть такая возможность. Если кто-то это хотел и как бы долго думали, то, пожалуйста, приезжайте. Здесь русских много уже. У нас свои там, своя компания, как бы, ну, все общаются. То есть скучно не будет точно. Здесь не покупают шубу, ботинки, да, правда? Нет, здесь уже нет. Здесь уже вот в легкой кофточке, буквально в футболке. 1 января была чудесная погода на Новый год, и 31 и 1, вот вся неделя хорошая новогодняя, буквально 20-21 градус. Я купалась 1 января. Да? Да. Здравствуйте. Как купались? Не полили? Нет, все отлично, море теплое. Это хорошо. Да. Спасибо, Елена, вам. Пожалуйста. И Санкт-Петербург. Да, всего доброго. Привет. Всего доброго. Приезжайте в Турцию, приезжайте в Мерсин. Петер, из Мерсина большой привет. Мы вас любим, уважаем. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Спасибо. До свидания.